Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал TED Games, меня зовут Богдан, и мы с вами сегодня будем экспериментировать и будем пробовать что-то новенькое, что-то необычное 100%, и это необычная игра под названием Paraedalon. Вот, прочитай сам, не знаю, правильно я читаю или нет, ну, я даже не знаю, как это вообще плюс-минус переводится. Все, я ее нашел на itch.io. Itch.io — это площадка, где размещают инди-игры. Я только недавно ее для себя открыл, хотя, мне кажется, все знают про нее. Но я, как всегда, узнаю что-то. Ну, я уже старенький, мне сложно следить за этими тенденциями, за всеми этим развитиями. Там, короче, много классных игр, я так понимаю. Вот одну из них я вот там вот нашел. Вот. Вот это вот самую. Давай пробовать. Все, не хочу тут что-то много рассказывать. Хочется реально уж попробовать. Все, нажимаю play, да? Я ее, она мне вот в таком вот окошке, вот в мини-окошке, но я ее растянул в OBS на весь экран. Не знаю, как это будет выглядеть, погнали. Игра содержит насилие и что-то там еще, вспышки света. Видеоэксперимент приватен, и публичный используется. Давай let's play. Astronomers say an asteroid will come close enough to Earth to temporarily enter its orbit at the end of the month. Well, Earth will soon have a second moon. Going to briefly orbit our planet. Короче, на планету Земля падает какой-то метеорит. Ну, может, не падает, но приближается. Вот он. И на этом метеорите есть какая-то странная непонятная сущность. Это из описания игры, если что. И она на английском, само собой, если чё. Вот это, конечно, вот это experience. Мне очень интересно, реально. Опа. А я могу ходить тут? Опа. А, подожди. Возьми! Гаечный ключ. По-любому нужен. Я не могу с этим задействовать на... Мне нужны... Зачем тебе они нужны сейчас? Ему нужны этот... Как он называется-то? Как их называть сейчас? Подожди. Есть же игра We Happy Few. Я забыл, как они его там называли. То есть ты не хочешь его брать, пока не-не-не-не-не-то... Как же они его там... Саводостин или как его? Подожди. Я даже хочу это немножко отвлечься. Мне захотелось какой-то синоним придумать, но... Я не могу вспомнить. Вот We Happy Few игра? Так, ну чего? Радостин, господи. Вот все, Радостин, да. Короче, Радостин... нужен нашему герою. А ходить вообще странно как-то. Лево, право, назад. Ну, короче, он просто поворачивается. Он не ходит, я могу только ему направление указать. А тут покрутись, повертись. Тут нет ничего. Блин, мне, короче, проще там играть. Потому что у меня тут маленькое окошко, а там в ОБС растянуто на всю. Я буду там смотреть, как играть. Тут ни хрена нет, да? Но мы видели там какого-то мужика. Я думаю, он нам поможет. Поможет нам кое-что взять. Да, мне неудобно говорить. Все равно буду сюда смотреть. Опа, тут есть что? Ну, по-любому... I can deal. А вообще, ты не можешь ничего, да, пока не это... Радостин не примешь. Ладно. Пошли за Радостином. Hey, да, I see that gleam in your eye. How about trying something new? I've got this new drug called Humala Conserve. First hit is free. Нифига себе, это типа тестовый экземпляр. Это знаешь, когда ты приходишь в какой-то магаз, и там стоят такие, типа, человек стоит, и у него такой столик, такой дегустационный столик у него. И ты подходишь, пробуешь там сыры всякие, и это то же самое почти получается, да? Ему не хватает реально этого столика еще. И вот этих вот на зубочистках, чтобы вот так протыкаешь и пробуешь. Жесть. Пойдем, все, теперь... А, надо принять Радостин. Ого, ни хрена татухи какие. А, мы за девушку играем? Ну ладно.
Я сказал так, как будто расстроилась. Но нет, мне как-то это, без разницы, просто неожиданно. Хотя, может, у мужика покрашены быть ногти. А, так. А давай, применяй. Не на чем? А, надо разбить теперь. Подожди, стоять, разверни. Нет, стой, я запутался. Прямо, да? Еще раз. Теперь направо. Да, все, сюда. Разбивай. О, нифига себе, Рил. А я запись включила? Что это? Это какая-то угарная игра. Так, а что мне дальше делать? Лево-право. Я хочу туда. Есть это что? А налево теперь. The Duke. Ясно. А тут можно прям быстро ходить, да? Типа прям вообще втопить можно. Не, мне туда не надо. Может, дорогу перейдем? Не, не хочет. Опять The Duke. О. Нет. А, это тут какая-то временная петля, да? Это что за звуки? А куда мне идти, игра? А, туда? Нет. Туда? Нет. А, я вообще откуда пришел? Давай контрольную точку найдем. Отправную точку. Вот, я отсюда пришел. А, все, назад не могу вернуть. Ой, я случайно ее закрыл. Не могу. Ага, окей. Так. Да хватит, опять она пропала. Сейчас. У меня просто в маленьком окошке, и очень легко вылететь за него. Давай пойдем туда. Вот сюда я хочу, не? Ты не хочешь дорогу переходить? Чего? Что происходит? Ого! Это тот самый стрёмный метеорит? Он какой-то немножко живой. Это живой метеорит. А что? Что происходит? А мужик? Мужика нет больше, да? Мужик пропал. Больше... О, тачка. Мужчина, спасите меня, тут какая-то хрень. You've got to help me. He's dead. There's something in the sky and it... What the hell is your problem? Классно. Классные диалоги. Подожди, ты не хочешь мне помогать, да? Там мужика грохнул кто-то из неба щупальцем. Я не хочу возвращаться, ну, в принципе, логично, да. Пойдем отсюда. Можем выбраться. Нам надо найти выход. Полицейский. А, ты ударил полицейского? Нет, отстань от меня! Опачки. Тут это... О, это кто это? Нам хотят помочь А что это у меня в руках? У меня нож теперь. Погода поменялась. Стало намного лучше. Смотри, как солнечно, как хорошо на улице. Пойдем гулять. Прекрасное воскресное утро. Привет. В целом нормально. А можно его как-то разглядеть? А, вот он, да? Подожди, но он это как бы пойдет на превьюшку, получается. Какие-то приколы лютые тут, да. Ладно. Так, секунду. А что ты хочешь? Еще надо куда-то, да? То есть нормально, что там что-то башка лежит.
ну какой-то такой хороший сюр. А, подожди, откуда мы? А ты, или ты хочешь ему кормить, скормить? Не, с ним же больше ничего не сделаешь уже. Подожди, дай собраться. Это какой-то трэш вообще. Хороший трэш. Так, сюда. А, о, здесь мы не были еще. В дверь не хочешь зайти? Не, не хочешь. Справа есть что? Нет? Ладно, пошли прямо. Опа. 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 А, ну мы так и пришли. Ладно. А назад, если сходить. О, здорово. А ты кто? Опыт экспериментальный. 9.55? Это сколько, за сколько мы прошли игру? А, окей. А что значит стоп? Стоп, это и выйти из нее? Не, ладно, больше ничего не будем нажимать. Я думаю, да, мы ее прошли. Ну, вот такой вот получили мы с вами опыт экспериментальный. В принципе, неплохо. Мне понравилось. На этом тогда мы закончим. Вообще не знаю, что сказать. Что сказать? На самом деле... У меня вот единственное, что могу сказать, возник вайб, знаешь, с чем? 2001 «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика, вот там такая же наркомания в конце была. Это прям вообще хорошо. А все, это получается, я уже думал сказать, это демка. Нет, это не демка, все, мы прошли игру, получается. На этом все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно увидим с вами в следующих сериях и в следующих играх, и в следующих экспериментальных играх, само собой. Все, спасибо всем. Пока.